Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и я продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый майнер. Это инвестиционный майнер по заработку криптомонеты Tron. Хочу заметить, высокодоходные инвестиции всегда подвержены риску в интернете. Не забываем об этом. Называется Xmine. Значит, давайте переведем на русский. Перевести на русский. Прочный и надежный. Далее что? Зарегистрироваться в учетную запись, выбрать пакет и выводить прибыль. Здесь указаны планы. Значит, минимальный депозит здесь 10 3x, срок на 5 дней. И ежедневно прибыль составляет 30%. Далее 33x также на 5 дней. 32% ежедневно. 103x 5 дней. 34 ежедневно. Ну и там, друзья, по нарастающей уже идет. Так, партнерка 3 уровня. Стартовал, как я, он вчера, 19 июля. Это общий майнинг, выплаты. И участников уже более 9000 человек. И что здесь у нас? Телеграм есть. Не знаю, группа тут или поддержка. Как бы я еще не присоединялась. Далее что у нас здесь? Вот здесь 3 точечки. Вот здесь можно задать вопрос типа того. Кликайте и пишите имя, электронный адрес, проблема, ваш вопрос и как бы отправить запрос. Здесь 3 точечки, кликаем. Значит, войти, зарегистрироваться, новости. Здесь часто задаваемые вопросы. Как я могу начать? У меня нет кошелька. Как я могу изменить данные своей учетной записи? Сколько времени занимает получение депозита от 1 до 60 минуты? Сколько занимает вывод средств? В основном мгновенно, в редких случаях вручную. Ну и могу ли я иметь несколько учетных записей? Вот он мне переводится, вот так копируете. И через Google переводчик это можно все как бы перевести. Новости. Что у нас по новостям? А нет ничего по новостям. Далее что? Зарегистрироваться. Я делаю все, друзья, в режиме онлайн. Значит, фамилия, имя. Так, логин, электронный адрес. Сейчас я все это заполню и далее продолжу. Значит, имя, логин, email, два раза пароль, прописываем трон кошелька. Кликаю сигнуп, зарегистрироваться. Все, что здесь написали на почту, ничего, наверное, не придет. Написано логин. Войти. Ага, юзернейм и пароль. По логину и паролю. Логин. И у меня пошел, значит, что? Daily Profit здесь, смотрите. Майнится копеечка. Значит, можно без вложений, наверное. Ну, здесь логин отображается, электронный адрес. Значит, и daily profit здесь 0. В день буду получать, если без вложений работать. 0.1 монета. Вот как. Понятно, значит, тут плюсик. Что это такое?
Ага, а здесь план апгрейд. Угу. Апгрейд. Это у нас что? Сейчас мы посмотрим. А это у нас домашняя страничка идет. Это у нас вывод. Вывод здесь не написан минимальный какой. Вывод. Так. Минимум не написано. Давайте-ка я пропишу, сейчас узнаю, какая минимальная сумма на вывод. Копирую вот эту сумму. Вставляю ее. Я знаю, что ее не вывести. Просто должна высветиться, какая минимальная. Видите, здесь по нулям. Ну, здесь сейчас напишут. Переводим. Ошибка, неверная сумма. Меньше минимальной суммы вывода. Для вывода средств у вас должно быть минимум одна активация инвестиций, понятно. Нужно инвестировать, так что без вложений здесь не выведешь. Просто хотела узнать, какая минималка на вывод. Так, это здесь у нас что? Значит, находится у нас реферальная ссылочка. Здесь IP 20 июля. Сколько всего рефералов? Ну и все. Депозита здесь нет. Так, иду в апгрейд. Я буду, естественно, инвестировать. Я бы так просто не заходила бы сюда, если бы не собиралась что-то вкладывать. Значит, здесь нам предоставлены планы. 10 3x на 5 дней под 30%, 33x, 32%, ну, вроде и по нарастающей. Значит, здесь, наверное, надо вот так кружочек ставить. Если 10 3x так, если 30 вот так. Значит, что здесь надо? А можно с аккаунта даже, с трона. Если на аккаунте будет, как бы, да, монеты на балансе, можно с аккаунта делать инвестиции. Вот. Естественно, буду с трона. Переводим на русский, сейчас посмотрим. Оплата с баланса, оплата от трона. Вот так. Сюда кликаю. Ой, господи, что я кликнула? А где? Я столько не собираюсь инвестировать. Что-то я не туда кликнула. Вот, ребятки, это премиум. Пошли здесь на 3 дня, здесь на 5 дней. Так, ну что, я буду закидывать 30 монет сроком на 5 дней под 32% в день. Не забывайте, что это риск. Так, трон, это я кликнула. Кликаю. Значит, далее что у нас здесь? Трон. 30 монет профит. Так, 5 дней. Переводим опять на русский, что основной возврат. Так, платеж процентов нет, сумма к оплате 30. Так, ставлю. Так, подождите. Отмена. А зеленый вкладывать, понятно. Кликаю. Значит, далее что? Вот эту сумму, смотрите, надо ее скопировать. Аккуратненько. Я копирую.
Иду в TronLink. Кликаю Send. О, надо сначала адрес скопировать. О, блин. Так. Вставляю. Так. Next. Вот теперь сумма. 3.0.39.20.2.0.2.0.3.7. Эту всю сумму нужно 3.9.2.0.3.7. Отправить. Проверяю. Вот она. На сумму я ее отправила. Теперь буду ждать поступления. Так. Переводим опять. Оплатить с помощью кошелька. Ну, все, я вроде как отправила. Ну и все. Возвращаюсь. Так, и буду ждать поступления. Поставлю пока на паузу. Это что за стрелочка у нас? А, это вывод. Дождусь поступления монет на баланс. Они уже поступили. Быстро. Видим, да, у меня баланс увеличился. Теперь у меня daily profit стоит 9.69. Нет. Ну вот как-то так монеты стали у меня быстрее майниться. Ну и через 5 дней я буду выводить. Заходила я вот под этого человека. Он иностранец, он у меня в группе есть. Он ей как бы рекламный. В общем, общаемся в Telegram. У него свой YouTube. Вот. Тоже зарабатывает на тронах. Ну, такой вот, друзья, проект. Не забываем о том, что это высокодоходные инвестиции. Всегда есть риск потерять свои монеты. Так что смотрите сами. Хотите работать — работайте. Не хотите — пройдите мимо. Всем удачи. Всем пока.